Таиланд, я вижу, как такой очень хорошая возможность отдохнуть, и будет возможность обменяться опытом. Ей тренер по боксу, кикбоксингу, который очень хорошо работает на лапах. Дим, поездка в Таиланд? Да, конечно. Дима, тоже поездка в Таиланд? Ей тренер по тайскому боксу. В прошлом он чемпион Европы, он об этом не любит говорить. Вот Виталий тоже с нами поедет. Тренер по тайскому боксу. Хороший. Приходит сейчас на воду вместе, в парах готовимся. Эстетически, так я когда смотрю, как он двигается, я так получаю наслаждение, удовольствие. Да, сначала расстроился. Блин, Таиланд, моя мечта, еще и с Басыниным. А потом жена мне говорит, а почему нет? Да и вообще каждый тренер, вообще тренер по тайскому боксу и не быть в Таиланде. Ко мне ученик подходит, говорит, Виталий Олегович, расскажите, как там в Таиланде? Я опускаю глаза, говорю, я не был в Таиланде. И я знаю, ребят, они за 2-3 недели совсем другими приезжают. Уровень у них колоссально возрастает. Сделаем так, чтобы всем было интересно. Опять же, это же такой сбор любительский, не профессионалы. Поэтому, скорее всего, это будет направлено для того, чтобы все за эти 3 недели максимально получили хороший опыт, выросли как физически, так и технически. Сейчас посмотрим, как бьет у нас город Чита. Володя, чемпион мира по кикбоксингу. А так, в принципе, готовимся. Так, лучше Илону снимать. Она оператор, режиссер. Вообще планируем много снимать с Андреем, делать видео интересные всякие, в том числе и про сам Таиланд, и про кемпы. Надеемся сходить еще в кемпы по БЖЖ, что мне особенно интересно. Ну вот примерно так. Минимум будет 5 роликов, блоков, а то, что вообще просто о том, как мы будем тренироваться, что будет происходить. Мы будем где-то смотреть, как работают тайцы. Почему тайцы так работают? Почему они не прыгают в челночке? Почему они так бьют? И вот эти моменты мы постараемся объяснить. Не поедем? Зачем эти сборы? Надо вставать там, что-то снимать. Лучше быть тренером, который сидит на скамье подсудимых. Мы едем таким количеством людей, вот, по данным. Мы будем говорить со всей России. Там у нас Урал, Красноярск, Москва, там Беларусь, Нижний Новгород. Люди, узнав об этом, не боятся приехать откуда-то с периферии. Таким образом, можем так сейчас сплотиться, посмотреть, и за счет этого получим такой большой, колоссальный такой опыт общения между городами. И люди поймут, что можно ездить с любой части России, приезжать на сборы.